Сегодня 80 лет исполняется народному артисту РСФСР Сергею Юрскому. В молодости он чуть не стал юристом. Провалив экзамены в школу-студию МХАТ, пошел на юрфак Ленинградского университета. Но спустя 3 года все-таки бросил право и поступил в театральный. 20 лет был ведущим актером Большого драматического театра под руководством Георгия Товстоногова. Параллельно на эстраде читал стихи и прозу. Залы на его концертах до сих пор всегда полные. Переехав в столицу, Юрский сам начинает ставить спектакли в театре имени Моссовета. В это же время растет список ролей в кино. «Республика Шкит», «Время вперед», «Место встречи изменить нельзя», его самая любимая роль. Остап Бендер, естественно, в «Золотом теленке». А большинство зрителей обожают его дядю Митю в комедии «Любовь и голуби». Сергеевич, поздравляю с потрясающей, в общем, датой. Желаю вам здоровья, терпения. Очень много работ. Вы в форме уникальной. Работа, работа, работа. Это то, что всегда нас держит в тонусе. Я очень уважительно к вам отношусь, кланяюсь от всей души. Я, конечно, преклоняюсь перед ним, потому что я не знаю актера, которого можно поставить рядом с Сергеем Юрьевичем. Ну, нет таких сейчас.